Что такое самозанятость и как грамотно оформить налоговые отношения с государством? Ответы на эти вопросы жители Заполярья получили на встрече с экспертом одной из ведущих бизнес-школ России. Круглый стол «Самозанятые. Налог на профессиональный доход в Ненецком округе» был организован Центром развития бизнеса. Ольга Русул расскажет подробнее. Ненецкий округ вошел в число 19 субъектов, которые с 1 января получили право использовать новый налоговый режим. Соответствующий законопроект принят Госдумой. Режим предполагает налог для самозанятых в размере 4%, если реализация осуществляется физическими лицами, и 6% при передаче товара индивидуальным предпринимателям и юрлицам. При оказании услуг задействую определенный персонал. И узнав о том, что наш регион попал в перечень тех регионов, на которых будет распространяться закон о самозанятых, ну, так говоря простым языком, я очень обрадовалась, потому что мне как работодателю это очень облегчит работу, а также моим сотрудникам. Выйти из тени физическим лицам, которые занимаются своим каким-то делом, любимым, да, и легально платить налоги, и как бы ни от кого не скрываясь. Для перехода на новый налоговый режим доходы в течение года не должны превышать 2,4 миллионов рублей. Также самозанятые не смогут перепродавать товары, привлекать наемных работников и устраиваться на работу. Кроме того, определен еще ряд ограничений в применении закона. Обо всем об этом говорили во время круглого стола. Мы будем разбираться, что такое налог на профессиональный доход. Кого он касается, кого он не касается. Где он разумен, где он вам дает возможность получить дополнительные деньги в ваш бизнес, где он вам будет не менее непривлекательный, какие условия, какие ограничения, какие риски. Круглый стол для жителей Ненецкого округа проходил 2 дня. Каждый желающий мог получить ответы на интересующие его вопросы. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».